консулы, состояние здоровья Гриба ухудшилось. Состояние украинца ухудшилось после назначенных российскими врачами препаратов. Украинские консулы смогли повидаться с Павлом Грибом в российском СИЗО и отметили ухудшение здоровья задержанного украинца. Об этом заявил Василий Кирилич, начальник управления департамента консульской службы МИД Украины, передает 112 Украина. Встреча длилась примерно час. Администрации СИЗО было предъявлено категорическое требование, как это было и 18 сентября во время встречи. Общение должно происходить исключительно на русском языке и в присутствии заместителя начальника СИЗО и одного из охранников, который осуществлял видеодокументирование встречи, отметили в МИД. Консулы отметили, что после препаратов, которые назначили российские врачи, Грибу стало хуже. Вместе с тем, по результатам проведенного российской стороной медицинского обследования сообщается о том, что не выявлено противопоказаний для его дальнейшего пребывания в СИЗО. Кирилич рассказал, что МИД во взаимодействии с правозащитными организациями, международными партнерами принимает максимальные меры политического, дипломатического давления на РФ с целью освобождения незаконно задержанного и незаконно удерживаемого Павла Гриба в СИЗО в Краснодаре. Напомним, в Беларуси при загадочных обстоятельствах исчез 19-летний сын члена Общественной рады госпогранслужбы Игоря Гриба, Павел. Отец утверждал, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание. Как сообщалось, украинец Павел Гриб, который находится в следственном изоляторе Краснодара, обвиняется российскими властями в подготовке теракта в школе. По материалам сайта news.com.